Теперь такая песня, стилизация, что ли, написанная от лица офицера времен Первой мировой войны. Он, конечно, вряд ли мог написать такую песню, но за границей, вот, мне очень повезло, я объездил полмира, я выступал в маленьких залах, в больших. В основном там, где людям нравились мои песни, они скидывались мне на билеты, или это были командировки дома зарубежья. Но иногда приходилось, особенно перед иностранцами, объяснять, что Георгиевский крест – это высшая награда за доблесть, а были кресты из дерева, которые срубали над могилами погибших товарищей в полях. Но тут, я думаю, этого объяснять не надо. Два креста. Она должна была звучать во многих фильмах, в том числе и в фильме, где Безруков играл Есенина. Вот. Но вошла, в общем, она в фильм «Русский экспедиционный корпус. Затерянные во времени». Романс офицера времен Первой мировой войны. Не толкай ты, вестовой, меня с позаранку. Снится город над Невой, кони у фонтанки. Не буди ты, не буди, хоть на час да в грезы я. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Помню маму, тройки, бал, святки помню, свечи. Помню я, стихи писал, мир хорош и вечен. Сон, постой, не уходи, где тот мальчик розовый? Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Насмерть с немцами сойдясь, в шеи в окопах кормим. Штыковые раны грязь, муки комом в горле. Ну за что же, Господи, наши годы грозные? Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди, впереди березовый. Только верь, конец придет сатанинским танцем. Царя Распутина сошлем и побьем германца. Вестовойну, ну осади, я встаю тверезая. Два креста есть на груди, впереди березовый. Два креста есть на груди,